Здравствуйте, мои хорошие, меня зовут Алексей, в сегодняшнем видео по Lost Ark мы отправимся на уничтожение Легионов Тьмы. Это порталы, которые появляются несколько раз в сутки, и там можно найти разные полезные приколюхи. Вот, я уже, собственно, перешел в ту локацию, где этот портал появится, где именно, пока неизвестно, но осталось дождаться буквально несколько минут, и мы сможем в количестве 30 ребят отправиться на уничтожение боссов. Ну что, ребят, до появления портала остались считанные секунды. Тут уже ребята собираются, так скажем, на низком старте и ждут появления разлома, вот, и чтобы туда попасть. Опять же таки, видите, ребят может собраться много, но в сам портал могут попасть только 30 человек. Поэтому ребята стараются как можно сказать. Ну хотя, опять же, он появляется с задержкой, да, и вот кто-то, походу, останется за бортом, да, то есть если будет больше народу, чем это положено. Ну, так или иначе, ждем. Вот, вот, движуха. А, во, хороший ты мой. Можно, кстати, вот так сделать. Опять же, торопиться не стоит. Есть задержка, и тут уже собралось просто куча народа. Ну что, ребят, ждем 10 минут до появления портала, и тогда уже можно будет зайти внутрь. Ну что, ребят, скоро уже отправимся в портал. Самое главное, разумеется, чтобы попасть в первые 30 человек, как я уже говорил. И уже собралось просто куча народа, и, так скажем, визуально тяжело определить, сколько ребят. Но так или иначе, будем надеяться на то, что все у нас получится, да? Во, пошла жара. Ага, разломы тьмы. Во, пожалуйста. По-по-по-по, набирается толпа, да? Ага, ага, люди тоже заходят. Ага, смотри, так вообще. Да, еле как просто 30 человек набирается, да, то есть. Так, ну что, ребята, значит, у нас здесь закрытая локация, где мы должны бегать и, как я уже сказал, убивать боссов. Но из-за того, что, видите, ребята, сильно много, скажем так, в пати человек, то иной раз местами не видно даже, что происходит. Просто бежим вперед и раздаем тумаков. Ага, ага, поехали. Ой, какой страшный. Ой, пугает. То есть вы можете заметить, да, какая полнейшая вакханалия происходит. По-по-по-по-по, раздаем, раздаем. То есть даже тяжело понять, где порой находятся боссы, да, потому что столько разных эффектов от других, скажем так, игроков, да, то серьезно, серьезно. Если там, знаешь, в той же Диабле материшься, когда там, не знаю, визарды, там, варвары пускают какие-то свои волны, да, то здесь, когда 30 человек начинает раздавать, то порой даже вот сейчас не видно, где там находится босс, и примерно стреляешь, чтобы по нему попасть. Жесть. Ой. Ой, что творится-то в селе? Жесть. Ну, серьезно, ребята, вы сами видите, что очень тяжело понять. Ага, ага. Подбираем приколюхи и бежим вперед. Вот такая толпа. Банда. Разумеется, видите, на разлом есть какое-то время, но мы спокойно сможем его пройти. Я уже второй раз, по-моему, в этом портале, да, то есть я уже как-то ходил, вот, и был под впечатлением от той толпы, которая здесь порой собирается. Воу, 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 раздает. По-по-по-по, крутим, вертим, баламутим. Ой, пугают. Жесть. Так, ну что, поехали. Ага, ага. Что-то как-то темно немного, да? Темнота, друг молодежи, да? В темноте не видно оружия. Воу-воу-воу! Просто куча народа. Проходим вперед.
Не, серьезно, местами даже не монстров, никого не видно, потому что мало того, что темно, так еще и ребята раздают просто на раз-два. А, о, хорош. Да будет свет. О, какой там серьезный парень, ничего себе. Братан, мне. Ой, чухает. Жесть. Раздаем, раздаем. Вот, вот. Почухали, да, походу? Ага. Ну, серьезно, я даже не вижу, куда стрелять, потому что, серьезно, такая толпа большая. Собираем приколюхи. Вот, вот. Мы все ближе подходим к главному боссу, походу. Да, уже, видите, сделали большой крюк. И скоро мы до него доберемся. Ой, 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 сколько там приколюх-то он. Воу-воу-воу-воу-воу, движуха. Не, это хорошо, знаете, ребята, тем, кто ближнего боя, но мне, как стрелку, попасть по врагу, который там, ну, его тупо не видно, по кому стрелять, да, то немного тяжело. То есть ребята в ближнем бою хоть кого-то видят, да, то есть. А мне очень тяжело. Вот, 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 бежим вперед. Время, как вы можете заметить, дается просто куча, да? И мы спокойно сделаем свою задачу. Воу, 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 воу. Ага, ага, давай, давай. Нихера там здоровье, обалдеть. Поу-поу-поу, раздаем. Жесть. О, я даже в душе не веду, я вообще попадаю, нет? Ну так или иначе. Очередной босс упал. И мы, подбирая приколюхи, бежим вперед. Ой. Воу, воу, братан. Какая-то нездоровая движуха. Крутим, вертим, баламутим. Тара-тара-тара-та. А юмор в том, что я боюсь как-то подойти, потому что я даже не знаю, что там, как там, да. То есть я тупо не вижу, что там происходит. А-ха-ха, жесть. Так, ладно, поехали. В ближний бой, да? Ой. Ой, ужас. Ну вы видите, да, то есть это к разговору о том, что ой, в дьяволе ни хера не видно там, когда визарды начинают раздавать. Ага, не видно, ёпта, 30 человек. Вот хорошо было бы, если бы был в параметрах такой, ну, навык, да, навык говорю. Ну, короче, в дьяволе есть такое уменьшение, типа, эффектов, да, чтобы хоть что-то ты видел. И часть эффектов, они по умолчанию полупрозрачные, потому что, ну серьезно, ни хера же не видно. Но это есть в Дьябле, да? А в Lost Ark такого нету. Вот. Фу-фу, пара вертух. Собираем приколюхи. Ой, ой. А больше, походу, ничего и нету, да? То есть, ни сундука, ничего такого. Ну что, ребят, вот такие вот разломы. Есть еще также мировые боссы. Я думаю, что когда-нибудь обязательно сделаю видео по этому поводу. Ну, а по идее у меня на этом все. Такое небольшое видео. Я прощаюсь с вами до следующих видосов. Ставьте большой палец вверх. Подписывайтесь на канал. Вступайте в группу ВКонтакте. Всем хорошего, позитива, удачи и пока-пока.